разница какая? Да, и я совсем забыла рассказать, что в Великобритании в этот день дарят подарки не только своим возлюбленным, а и животным, как ни странно. Животные, это, конечно, наши друзья, и в этот день британцы дарят подарки не только своей любимой девушке, своему девушке дарят парням подарки, а и дарят какие-то игрушки своим животным. Это тоже считается доброй традицией, и я думаю, было бы интересно, если бы у нас тоже в такой день дарили бы подарки своим животным. Угу. А теперь еще увидимся. Увидимся. Пока.